Оказание скорой и неотложной медицинской помощи раненым и пострадавшим – вот главная тема встречи. На Всероссийскую конференцию собрались лучшие травматологи. Краснодарский край представляли три опытных специалиста, двое из них – представители сочинской медицины. А это была специализированная тема по оказанию помощи при острой травме, в том числе при сложной травме, которая основной процент составляет последствия дорожно-транспортных происшествий. Вот. При этой травме очень важно оказание помощи в экстренном порядке и в полном объеме. В Сочи создана единая система, благодаря которой помощь пострадавшим при ДТП оперативно оказывается на территории всего Большого Сочи. Отделения травматологии и хирургии оснащены по последнему слову техники, а штат укомплектован опытными специалистами.